чашечки кофе уже не хватает, чтобы взбодриться? Так вот, ведь целое меню из блюд, где используется этот напиток или молотые зерна. И в списке экспериментов не только десерты: тирамису, афагата, мусс, чизкейк или торт. Главное – разобраться в тонкостях выбора и обработки сырья. Хранить все-таки лучше в зернах, взять на вакуумной упаковке, меньше контакта с воздухом, в темном прохладном месте, подальше от запахов. И если же говорить о молотом кофе, то лучше молоть только перед приготовлением. Говорят, американские сорта более ореховые и шоколадные, а африканские более кислотные. Это свойство подойдет для размягчения мяса. Мы на 7 часов оставили куриную печенку наедине с молотым кофе и солью. Промыли и выварили в процеженном от гущи кофе. Пока субпродукт не жнел, приготовили тосты с рукколой и соус из уваренных с медом ягод. Собрали бутербродик для завтрака. С кофе можно замешать тесто для пасты или хлеба, а нам шеф предложил изготовить чипсину для подачи пикантного тартара из креветок. Сливочное масло. Масло – это мука, это яичный белок, непосредственно, конечно же, кофе свежемолотый. Вот. Мы все это перемешиваем, выпекаем при 200 градусах 3-4 минуты на силиконовом коврике в печи. Пока она горячая, мы ее нарезаем на произвольные вообще формы, как нам нравится. То есть. И все даем высохнуть. Остыть. Мелко молотым порошком можно просто присыпать поджаренные ребрышки для аромата. А мы сделали полноценную корочку к стейку. Помассировали мясо специями, оливковым маслом, обваляли в кофе и поджарили. А что, если захотелось правильно сварить густую основу для маринада или соуса? Френч-пресс будет завариваться за счет крупного помола размером крупнее поваренной соли порядка 4-5 минут. В то же время турка, где предназначен помол, пыль тонкий достаточно, кофе заварится буквально за 40 секунд на открытом огне. Для самых смелых гастрономов треска с шоколадно-апельсиновым соусом. Филе мы натерли солью и перцем, полили маслом, обжарили на сковородке. Далее запекаем рыбку с кусочком сливочного масла и кофейными зернышками. Сок апельсина увариваем с ложкой сахара или меда. Когда сироп загустеет, добавляем 30 граммов горького шоколада и 20 миллилитров жирных сливок. Мешаем, а под занавес вливаем ложку соевого соуса. Вкус необычный, но достойный. А вот сервировка может и смутить, надо попрактиковаться. Шеф предложил свою вариацию задумки с киноа, жареным листом салата и кофейным терияки. Кстати, треску предварительно можно вымочить в меде с молоком. Если не отважитесь повторить наши эксперименты, хотя бы попробуйте кофе с размолотыми орехами, перцем или гвоздикой. А там и до имбиря и свежего чеснока недалеко. Пусть от кофе никогда не будет скучно до зевоты!